Как всегда, желаю вам прекрасного настроения и чудесного дня. А у меня новый обзор наших растений. Итак, Лагистремия. Розея нова, шикарнейший сорт, будет цвести до самых-самых холодов. Также очень востребованный сорт Динамит. Красный, красно-розовый, просто шикарнейший. Посмотрите, какие красивые цветы. И, естественно, еще фиолетовый сорт. Фиолетовый сорт уступает розовому по морозостойкости, но не по красоте. Также, друзья мои, гортензии всегда в наличии. Лимон лайм, сандэ фрайс и ванила фрайс. Посмотрите, они еще беленькие и только-только начинают розоветь. А вот этот вообще только начинает зацветать и будет вас еще радовать очень-очень долго. Также вариант для живой изгороди для вас придумала. Посмотрите, какая у нас берючина, да, овально-листная, ауреум. И, естественно, бересклет браво. Смотрите, миксуете бересклет, берючина. И так продолжаете по всей изгороди. И у вас преобладает просто шикарнейший цвет, вкус. Очень круто застригать, потому что они быстро растут. Вы раз их застригли, они плотненько забили всю изгородь. Выглядит просто потрясающе. Смотрите, какие они хорошенькие исходники, уже большие у нас выросли, 3-литровый контейнер. Также ни один участок не обходится без хвойных, это у нас стрикточка. Исходник шикарнейший, корневая система заняла полностью весь контейнер. Ваши любимые звездочки, можжевельники, также вот в трешечке. Естественно, тотемы, посмотрите, какие красавчики. 3-литровый контейнер, 1200 рублей. Ровные, красивые, набитые. Главное, посмотрите, прям вообще пушистые, набитые, нет никакой желтизны, здоровый исходник. Декоративные сосны Пумилио и Мугус. Прирост такой метр на метр будет у вас такая красивенькая шапочка. Вот маленькие иголочки, большие иголочки. Гляньте, вон пошел прирост. Естественно, голубая ель, как же ж без нее на участке, да? Вот эти шишечки, это у нас пойдут новые веточки. Она будет супер пушистая, супер голубая, супер красивая, потому что именно этот сорт и называется Super Blue Seedling. То есть это самая голубая ель из всех голубых елей. Также привезли под заказ Караниту в наличии Барбарис. Очень декоративно, ее обожают за ее каемочку. И также разнообразные еще можжевельнички, купресса ципарисы Лейланда. Так что, друзья, подходите, будем вас консультировать. Ждем всех на нашей точке.